Любишь кататься? Люби и олигархов кормить. С 1 апреля 2016 года вступает в силу новый единоросский закон об акцизах на бензин. Всего-то на 2 рубля больше за литр бензина и на 1 рубль за дизтопливо. Ерунда. Пополним государственную казну. Только во всех остальных странах бензин дешевее, потому что цена на нефть падает. В некоторых штатах Америки, например, литр горючего можно купить за 12 центов. А вот мы, по мнению экспертов, скоро будем платить около 50 рублей. Особенно не покатаешься. Но даже не это самое страшное. Топливо является главной ценообразующей составляющей наших внутренних товаров. Если дизель будет стоить 50 рублей, то за килограмм огурцов, например, мы отдадим рублей 300. Чем больше стоит бензин, тем дороже становится жить простым людям. И тем богаче становятся нефтяные олигархи. По бюджетным предложениям КПРФ была возможность взять 600 миллиардов рублей с нефтяников. Но единороссы решили взять 80 миллиардов рублей с граждан. Долго мы еще будем кормить золотые кошельки. Это касается всех. Альтернатива есть. КПРФ.